Это мой любимый магазин рукоделия. Вот там картины, они вышиты крестиком. Вот я только что вышла из этого магазина, уже вышла. Тут идет, выходит продавщица, я ей очень мешаю. Посмотрите, сколько всего, всякие там канатики, всякие бусинки, всякие скрепочки. Да, это самый мой любимый магазин. Я вот сюда прихожу нитки покупать, всякие бижутерии, чтобы сережки купить. Вот все тут, все полки завалены, все так много. И всякие китайские ленточки. Тут много чего. Тут у нас, чтобы эти лентами вышивать. Я присматриваю, чтобы вышивать потом лентами. И картины можно шикарно делать. Тут пуговицы. Это все завалено пуговицами. Вот это все пуговицами. Вот это весь магазин такой колоснючий. Его просто дожали. Вот тут очень много работников. Тут всякие наклейки, которые можно наклеивать на одежку джинс, на джинсы, на платье. Всякие декорации на платье. Тут я вот только что купила вот эти вот рождественские на сережки. Вообще так много всего. Богатство рукодельного магазина. Вот такой вот шикарный. Все полки завалены. Тут тесьма и кружево. Иногда бываю покупаю тут, когда нужно будет. Ай, всякие фонарики висят. Классно.